Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Hard World. И перед началом ролика поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мы играем все на том же сервере, на котором у нас был предыдущий ролик. Ссылочка на сервер и IP будет в описании. Сервер классный, X5. Но здесь именно X5, то есть здесь ты бьешь и не выпадает там вот по 5 предметов, а выпадает именно то количество предметов, как на официалке, только в 5 раз больше. Вот, то есть 20 железа и всего остального. Так, кабанчики тут нас немножко мучают, потому что у нас как бы детоны есть, а нету этих. Ай-яй, только не это, тупая смерть. Так, здесь даже есть вот такие вот харкалки, да, все вы их знаете, все вы их любите. Но и здесь есть... Твою мать, белые харкалки. Вот они. Ой-ой, черт, меня выкинуло. Фак. Сейчас я быстренько зайду. Короче, в общем, эти харкалки неплохо... Что эти харкалки дают вам неплохо ресурсов. То есть из этой белой харкалки можно выбить себе, ну, естественно, кислоту, шкуры, так, зеленую руду и также детон. Я убил таких двух на первом РТ и выбил себе с каждой по детону. Это вообще топовый сервер. То, что он, конечно, польский, но это не суть. Потому что некоторые падения метеоров мне непонятны. Но я вот пол хп уже просрал. Так, а где харкалка? Ой-ей. Так, она еще жива там у тебя? Там, прямо. Вот туда. Куда? А, все, окей. Сейчас пойдем тебе минусанем. Она, кстати, мочит сильнее намного. Ну, то есть, если она вас раз харкнет, то вы там конкретно пострадаете от этого. Вот. Все, иду. А, черт, ни хрена не вижу. А, вижу. Вот она. Так, я перезаряжен. Понеслась. Во, вы видели. И детон. А-а-а, еще жир. Жир, детон и краснуха. Охрененно. Просто... По сути, ну-ка давай сейчас на первый РТ сейчас съездим, проверим. А, да. Там еще на одном РТ сейчас. А, стоп, подожди, в смысле на первый? Если опять детон упадет, значит со всех у них падает. Не, ну смотри, в тот раз мы, когда их минусовали, детон не падали. Так, погнали, давай, мы там еще на первом РТ видели одну. Вот, сейчас, конечно же, поедем на рейд, но вот у нас как бы сишки есть и детоны есть, но детонов... Детоны есть, но их переплавить, потому что жир здесь выпадает по 18 с одного кабана. По 11, по 18 жира, да, это не X250, где по стаку выпадает. И нам поэтому, ну, мы вот переубивали где-то кабанов 30, и я набрал себе всего лишь где-то, ну, там что-то стак с небольшим. И все. То есть тут вот как бы, да, тут сложно собирать, но после рейда у нас вот этого окупного, мега окупного рейда, где мы набрали кучу сишек, у нас еще много осталось. Мы там посмотрели, пару домиков нашли. Вот, сегодня посмотрим, попробуем их рейдить, если еще никто не снес. Да, также, если кто-то смотрел Assassin's Creed, в одной из частей я говорил, что хотел взять себе новый процессор. Я себе его взял. Да, вместо i5 я взял себе i7. Так, это... Опа, еще одна. О, замечательно. Стой. Не убегай! Опа, минус. Так, жир нет, смотри, здесь синька и зелень. Здесь нету, вот в этой детоны не было. В этой не было детона. Синька, зеленка и жир вроде. И, ну, в общем, по хламу. Черт, так. Ну, кабанчики нам нужны, потому что жир с них выпадает. Так. Ай-яй. Красочку заберем, так. Сейчас я... В общем, еще плюсы этого сервера. Да, я прям реально хвалю этот сервак, потому что он реально топовый. А плюс этого сервера в том, что если вы бегаете по РТшке один, то почти в каждом контейнере спаунятся предметы. Абсолютно, почти в каждом предмете. Ну, то есть контейнер везде, где спаунится, должны, по идее, эти ресы, они везде спаунятся. То есть тут независимости 700 человек на сервере, один, все ресурсы будут спауниться. По поводу детонов хз, я вот пока еще, вот сколько мы бегали, ни одного детона я так на РТ и не нашел. Я две штуки находил в одном ящике. А, да? Фига себе. Я нет, но я не находил.
Вот, но на РТ-шках, вот из харкалок, то есть здесь вы себе детонов все равно наберете. С этим у вас абсолютно проблем никаких не будет. Да, ну, в метеоритах, естественно, придется помахаться с ребятами. А из харкалок их здесь по 2, по 3, на... Не, по 2 на 1 РТ. Иногда по 1. Так. Ладно, в общем, сейчас поедем к домику, какой мы хотели... тормози! Какой мы хотели рейдить. И продолжим. Так, все, ребят, продолжаем. Сишки мы тут немного набрали. Сейчас возьмем штучек 6 и пойдем. Так, принимай ТП. Так, все. Давай. Погнали. Я тебе ботинки взял. А то мы что-то бегаем. Я смотрю, четверка без ботинок. Красным пухади, но без ботинок. Чтобы тебе легче было убегать от кабанового. О, блин. Я не прочекал. Вот, я тебе ботинки скинул. Видишь? Скажи, что нет. А, ты уже в них. Давай, сейчас почекаем. Так, да, по дверям. Ну, тотем вон, вот стопудов, вон там, он в самой крайней жопе. Ну, просто как легче до него дойти. Вот это у него, скорее всего, гараж. То есть там стоит, скорее всего, квадрик, либо канга. Вот, нам надо идти вон в ту, вон в самую последнюю дверку. Как думаешь, лучше? Ну, мы по дверям, наверное, пойдем. Да, ставь на дверь. Так, все, погнали. Я вот сюда сейчас поставлю, чтобы еще и снести соседнюю. Правую. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Да, серия. Ролики давно по хардине выходили. Потому что там четверка заболел. Да и мне чуть не ахти было. Со здоровьем. О-о-о. Так. Не-не-не, ты, конечно, говоришь, это все замечательно, но он не застроился. Погоди. Чего? А, ты хочешь на стенку поставить? А, стоп, подожди, у меня уже двери вот тут идут. Точно, у нее же двери где-то... А, ну все, правильно. По кругу. Либо вот эту стенку долбить. Ну я на стенку поставлю, а дверь... Ну да, все, тут сюда вот снайперся. А, да без проблем. На дверь так на дверь. Да, кабанчиков сейчас будем еще гасить, чтобы детоны переделать. Хотя сихи есть, но все равно. Вот будь он застроенный, нам бы 6 сих не хватило. Да, еще здесь, кстати, бага одного не... О, тут вообще двери нет. Так, а тут есть. В общем, здесь есть такой баг раньше. Он есть на большинстве серверов. Ты можешь залезть на тачке под скалу. И все. И пропалить, что находится в доме. Да, то есть поэтому надо тотем со всех сторон закрывать, чтобы не видно было, где тотем. А вот, а здесь такого бага нету. То есть меня четверка завез. Мы хотели его прочекать дом, да. А он мне взял, завез и я сдох. Так, уже, короче, 2 сихи осталось. А, ты не хочешь выйти? Ну, ладно, так и быть. Вот, и он меня завез, в общем, под скалу, и я сдох. А так-то баг... Ох, ё-моё, прям... Я сдох. Вот как так? Ну, вот чё за херня? Почему ты выжил, а я умер? Все уже тотемы? Так, принимай... А, сейчас у меня... Да блин, да как так, а? Вот ты не сдох, а я сдох. Судьба, злодейка. О, жесть. 17 секунд. Да блин, а? Ладно, сейчас подождем немного. Да, так, нам надо налутать еще синьки по максимуму. И по максимуму налутать жира. Рубинов у нас тьма, но их нельзя здесь менять. Я не знаю, здесь какая команда используется в ремесле. Я вот не знаю, какая команда, чтобы поменять рубины. Кто-то там мне в комментариях писал, принимай ТП, что есть типа команда, чтобы этот, мы пробовали эту команду, мы пробовали еще разные команды. Я лазил по сайтам, искал команды там, но нет, нифига нету команды. То есть я вводил какие, че сюда только не вводил, может надо вводить на польском, я не знаю, ну у меня нет польской раскладки. Я как бы хотел, но не смогу. Так, о, контейнер, о, еще 5 рубинов, потом заберем. О, железо есть, заберем железо. Так, слушай, а чё так все хреново-то? О, кстати, стоп. Канга Роуч. Твою мать, а? Зато 4 легендарных движка. Так, я валю нахрен отсюда. Я валю на улицу. Я не хочу больше этого. Смерть слишком тупая для меня. Если я еще и на улице сдохну, то будет мега эпично. Ну, четверка живой, значит, все нормально.
Хотя то, что он живой, не означает, что я выживу. Так, и у нас здесь... блин, еще куча рубинов. Да, кто здесь живет-то хоть? Данг 3К, нет. Да, сика. О, 10 детонов. 10, твою мать, детонов. Серьезно? Твою мать, 10 детонов? Это что это было? Ты где их нашел? 10 детонов и все. А куда он сишки делал? В смысле? А с чего ты взял, что сишки есть? Подожди, откуда ты? Где там? Как там 10 детонов появился? Я их не видел до этого. Так, у нас сколько сишек? Одна осталась? Они там были, ты че? Походу, это у меня пролагало. Так. Да не, он не заныкал сишки. Ну, он же не... кретина кусок. А откуда у него детоны, да? В смысле? Штука, сишки тогда здесь все. А че за дверью, ни хрена? Я думал, тут тачка. Так, давай пролазим, пролутаем. Так, крыша вон идет. Ну, ты же не заныкал их под крышей, да, парень? Парень, что с тобой? Ну, хотя бы, ладно. Ну, слушай, детоны есть, сишек нет. Может, сишки он потратил? Потому что этот дом стоит, ну, давно. Да, ну, конечно, тупой сервер меня реально радует. 11 детонов. Блин, это сейчас еще жир фармить. На что? На что? Ну, блин. Я не знаю. А, слушай, а правда, на что? Это детоны? Ну, единственная у меня мысль, это он харкалок валил. Активно, прям. Вот, как бы других вариантов-то у меня больше нету. Он активно валил харкалок, и поэтому налутал себе столько сишек. Ну, точнее, детонов. То есть с одной харкалки выпадает детон, ну, в каком-то там вероятности, это процентов с 50 с каждой, походу. Вот. И он, скорее всего, тупо себе налутал их там. Потому что ныкать-то их больше негде. Тут он их не заныкал. Тут тоже ни черта нету. Не, нету. Ну ладно, ребят, на этом мы пока что закончим. Поищем еще домики для рейдов. Продолжим уже, будем уже продолжать в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.